Всем привет, ваш художник вас приветствует. Сегодня хотела с вами поделиться такой находкой, связанной с одной из моих проблем. А проблема заключается в том, что у меня стали выпадать волосы. Я прошла консультацию врача, и мой трихолог посоветовал мне приобрести и попользоваться вот таким вот лосьоном для роста волос от компании Миро. Такой вот удобный флакончик в виде спрея. Он наносится на корни волос, втирается массажными движениями, питает кожу головы, восстанавливает структуру волос, активизирует рост новых волос. То есть за неделю применения я уже увидела эффект, волосы стали меньше выпадать, появился здоровый блеск. Наносится он очень легко и просто, просто буквально делаете пробор и массажными движениями потихонечку втираете в корни волос 2-3 минуты. Применять такой лосьон нужно 2-3 раза в неделю для достижения эффекта. На весь курс потребуется около 2 флаконов. Друзья, если вы хотите помочь своим волосам или кто имеет похожую проблему, я вам данное средство рекомендую. А где его заказать, ссылочку я оставляю под описанием данного видео. Переходите, бронируйте, будьте здоровы!